Блин, тут сейчас что-то... Хрена тут понагородили. Ох. Понагородили. Понагородили. Так, карта есть? Все, ништяк. Ох. Кто-то тут у нас... Что-то тут у нас, что-то тут у нас. Кто-то тут у нас новенькое. Балет. Так. Бля, я щелкунов уже слышу. А тут еще... Раз, два. Хрена себе. Да вроде. Бля, они переспавнились, прикинь. Что-то мажу маленько. Блять. Так, а чё я там схватил? Чё я схватил-то? Чё я схватил? Это этот... аннигилятор. А, сотрясение, ёптыть. Ну... Этот, кстати, держит хорошо. Бля, я как раз просто под рестарт этот, под переспавн пришел, блин, сюда. Это аннигилятор. Ну, тень хорошо. Тень хорошо держит защиту. Маленько по-другому тут все начинается. Ну да, типа Гаусс. Ну, только вроде как помощнее. Только вроде как помощнее. Так.
Блин, я уже полтинник отстрелял. Блять, у меня кровь течет. В аннигиляторе, я не знаю. Принцип работы аннигилятора, ребят, я не знаю. Не могу вам сказать. Блин, тут. Кто как? А, что-то, блять, этих. Много. Много этих. Псов тут бегает. Ну, это я уже узнаю. Здесь-то мне уже знакомо. Так, и чё там? Всё? Это обычные зомбаки. Так, ладно, сейчас мы... Блять. Не снести. А что-то это... Здесь же должна волна быть. Блин, они получаются с гаусса, ой, с аннигилятора и в тело хорошо ложатся. А, идут. Идут. Блин, до хрена я тут денег, конечно, отстреляю.
Что-то как-то они заспавнились странно. Так, вроде все. Этого что-то не было. Здоровичка. Вот он. Я говорю, нету здоровичка, такой думаю. Говорю, нету здоровичка. Что ли, блин, я думал, не сильно понимаю. Спрашиваешь про урон, говорят, патрон такой, урон такой. Прошла неделя, урон от оружия, спросил табличку урона, у нас такого нет. Вот и чему верить. Гаусс и аннигилятор на одном патроне, поэтому на разных монстров решает их по-разному и превосходит всегда гаусс, человек, пожимающий плечами. Ну, гаусс, да, несмотря на то, что там один патрон. Несмотря на то, что патрон один. Гаусс помощнее аннигилятора. Почему так? Я хз, честно, если... Так, блядь. Так, вроде все. Не слыхать больше. А, она теперь не закрывается, что ли? Прикольно. Ага. Да чтобы такие хитрожопики, как я, не прятались, а там. Понятно все. Вот поэтому и надо их зачищать до того, как туда лезешь. Сюрпризы, конечно, здесь понаделали сюрпризов. Но ничего. В принципе, не сильно
не сильно усложнился данж. 1100. 1100 стоит один выстрел с аннигилятора. Линкс, везуха? Не знаю, а чё? Чё, прям такой уж прям убер ствол? Я, короче, сейчас отстрелял 72 выстрела сделал. По 1100. Вот. Столько денег я потратил. Ну вот. Ну, просто если бы я стрелял с этого, с дробовика стрелял бы. Их можно и дробовиком валить. Но это дольше было бы по времени. А тут надо успевать до этого, до переспавна пробежать. А уже на обратном пути собрать все остальное. В принципе, линкс продать, окупим. Ну вот с дверью, конечно, стой. Это подстава. То есть, если в начале не отстреляешь вот этих щелкунов всех, они ворвутся и тебя просто там порвут. Сетка еще какая-то. Это что такое за кассета? NDH. NDH. А там, понимаешь, там дело не в том, что там с умом. Там иногда они не все приходят. Там бывает, их отстреливаешь, а они не все, короче, агрятся и приходят. А потом это, когда открываешь, ну, когда сирена срабатывает, остатки начинают сбегаться. Это мне сейчас повезло, что остатки не прибежали, то есть, ну, не было, отстрелял их. А так вообще постоянно, вот сколько раз я туда ходил, каждый раз, когда сигналка срабатывает, остатки всегда прилетают.